Ну что же, доброго времени суток всем, дамы и господа, на связи с вами Герман Громов, и это «Боевые будни». Всем привет, привет, привет. В хорошем расположении духа подошел к данной встрече. В принципе, я всегда вроде как в хорошем настроении, поэтому все хорошо. Люкс у нас будут играть ребята. Кстати, откроют игровой день. У нас две команды под названием FIFAimer и Quality. О Quality вы уже все давным-давно наслышаны. Ну а FIFAimer, так скажем, новый коллектив. Ну что же, ребята почеркали, начеркали Люксвиль. И именно эту карту они будут решать, то играть. И FIFAimer, походу, будет играть за Дипа. Jordan died. They think they know the story, but they didn't ride. That solidified my decision. Told my niggas I was dipping. If I didn't, I would be the next nigga dead or in prison. So I left. I was stressed as a test. You cannot study for. It's been 4 years now, almost five. I'm almost 24. I done learned a lot, made some money. I make plenty more. But it's been times when I ain't have a dime and had to sleep on floors. Have you ever slept outside? Praying that the sun will rise and praying that you fucking die. Look up to the fucking sky, hoping that you see a God, but he is not around. And the demons on the ground, they tryna bring me further down. This is the realest, I came up from nothing, so y'all gotta feel it. Give me that handy man, don't even chill it. To fade out these niggas, this fake as acrylic. Then pop me another, my wedge just to spill it. For all of my niggas that's never in prison. I'm in so over my head on a mission to make sure my niggas got food in the kitchen. Who is you kidding? Yeah, I love this shit, I'm so high right now. Dropped a single, yeah, I'm independent, it's true. We getting money, oh, you with that Trinity crew. And I'm like, hell yeah. Так, ну что же, ребятки, вроде готовы. Я поставил вам большую музыкальную заставку, чтобы не скучали здесь, пока приходит пятый человек. Давайте громкость побольше в игре сделаю. Ребятки, делитесь, у кого какая погода. Здесь в Подмосковье ливанул очень-очень жесткий дождь с грозой. Здесь все прям как в лучших традициях осени. Но лето постепенно уходит, последний месяц август, последний месяц лета. Ну и дальше нас ждет шкалка, университет, кого что. В общем, по подоконнику бьет дождь, а настроение игровое. Но надеюсь, у вас оно тоже. Что же, давайте оглашу состав команд, наверное, пока что. За команду FIFAimer сыграют у нас такие ребята, как Джеронимо, Ратлес, Рокинг, Рангу и Диоп. А за команду Quality играют такие ребята, как Перчик, РКК, Философер, Меридиан и Смайл. Вот такой вот ростер представлен на эту игру от команды Quality и FIFAimer. Ну что ж, пожелаем командам удачи, победить сильнейший. Quality начинают в атаке у нас, а FIFAimer за дефенс. Смайл отыгрывает у нас с Аугом, Меридиан УА-93, РКК с Философером Аук и Перчик УА-93. Джеронимо играет Аугом, с Аугом, Ратлес играет также с Уашками, Рокинг Уашки, Рангу Уашки, трое Уашек. Пять Уашек у нас на карте, есть 10 человек, нормально. И Диопа остается у нас с Аугом А3. Ну что, я готов, ждем лишь Меридиана и Смайла, и мы начинаем.
Ну, что-то как-то долго ребята тянут резину, не пойму, кого они там тянут, за какие места, но почему-то мы не начинаем. Ну, что-то, видимо, отошел кто-то. Так, ну давайте, все, едем, едем, едем. Ждем смайла и, в принципе, все готово к началу встречи. Все, начинаем. Начинаем. Команда Quality, к сожалению, вообще, походу, не понимает, с чем и с кем имеет дело. Если вам говорят, жмите, либо вы отзовитесь, что у вас не так, почему вы игнорируете просто эти сообщения, которые вам пишет стример? В чем ваша проблема? Просто я не понимаю. Вообще не понимаю. Так, ну что, мы все-таки с вами стартуем, стартуем. Да, 4 в 5 начинают у нас ребята из коллектива. FIFAImmers, один у них краш, но ничего. Ну, на самом деле, там и Quality очень долго. Quality вообще бессовестный коллектив, прям вот серьезно. Просто таких вот моментов вообще не хочется, таких ребят прямо. Ну ладно, здесь вы как тут на приеме, и Черчик обменивает, Черчик даблкил оформляет, и Джеронимо один пока что остается против троих игроков. Бомба была установлена. Будет дропаться на нижнюю тумбу, но посмотрим, как у него это выйдет. Первый минус есть. Может, второго поставит? Ой-ой-ой, чек философера не забрал еще. А здесь с лашками будет сейчас перчик выиграть. Но философер все-таки вытащил этот раунд, и счет у нас становится 1-0. 1-0 пока что за коллективом Квали. Победила красная команда. И мы опять выходим. Еще один краш, что ли? Ну, серьезно. Да. Ну ладно, поставим пока музыкальную заставку тогда. Oh my crazy ass, oh my crazy ass, oh my crazy ass.
Так, ну что же, вроде как ребятки наконец-таки все в комнате. Ну да ладно. Ждем Меридиана Смайла и продолжаем. Напомню, что Файфаимер у нас начинают играть за дефенс, Quality в атаке. Quality уже отжали первый раунд за атаку. Неплохо за Аркадий на нижнюю тумбу. Там дал размен по минус 2 Ратлас, но больше никто, к сожалению, не подхватил минусов из его команды, поэтому 1-0 за Quality. Просто нет слов. Просто нет слов, что это такое, что это за коллектив. Ну почему? Зачем? Почему такие безответственные? Я просто не понимаю. У меня вот реально вот горит сейчас. Потому что. Почему нельзя вот начать? Да ну ладно, ну 10 на задержку, ну максимум, ну хорошо. Вы знаете, что у вас в 6 игра, и почему вы просто не можете прийти вовремя? Почему? Зачем вы тогда играете, если вы не можете? К чему это все? И тут хаешки полетели на троечку от Quality. Ну и вряд ли они кого-то, наверное, заденут. Вообще хаешка не долетела. Этот дым был. Никуда он не достиг своей цели, к сожалению. Ну что, посмотрим. Вот хаешка от перчика сейчас пойдет. По тройку, когда вот ребята будут готовы выходить. Тогда и полетит хаешка. Вон там перчик наготове. Перчик все уже готов, говорит, врываюсь. И вот она, хаешка на 3 полетела. А тройки никого нету. Ну и заходит тройку, ребята, а это отпущенная. Как знали, пацаны, их полетело. Хаэмер будет Ратлу с Рокингом вообще как-то уничтожать моментально, но не может сделать, а не туда. И Рокинг даблкил оформляет, Филосопер 1 остается, и Рокинг делает триплкил. Уничтожая просто всем своим. Даже квадрокилл Рокинг делает, ничего себе. Вот это да. Неплохой дефунт сейчас настреливает команду Файфаимер. Да, закрытая у них зашла вообще на ура. Ну и Диоп что-то лагает здесь. Совсем все плохо. Диоп проблема. Ну первые минуса уже есть. Рокинг разменялся на нижней тубе. Ну и дальше на нижней тоже будет выход.
Диок, 46 кп у него забрали, сделал 1 минус, Диок все-таки ему помогает на нижний. Друзья, заходит на тройку, Рэмбу его просто распотрошил. Здесь и остается один смайл, не знаю, против троих игроков. Двоих из них у вас, и поэтому здесь будет тяжеловато этому пареньку. Ну что, посмотрим. Зачем по одной... По одному дятлы? Зачем по одному дятлы? Ну ладно, смайл заходит, тем не менее, на тройку. Есть, наверное, информация уже у коллектива FIFAimers об игроке под ником Смайл. Слышит его. Да, и Смайл принимает решение все-таки уйти через мидл и попытаться минусануть девятку. Ну и здесь Джеронимо, в принципе, без проблем его перебривает. Ну что же, 2-1 за коллективом FIFAimers. Начало миссии. Так, Меридиан вообще АФКшит. Эта игра, походу, будет длиться вечно. Философер тоже АФК. Да, напрягает постепенно ребята сделали Квальди нижнюю тройку, но здесь на нижний перчик просто наказал Рокинга, ну и на тройку Смайл сейчас будет заходить, видит он Рэмбу перед собой, здесь разрывается, но вообще нисколько не покоцала она никого. Ну и по тройку все-таки, наверное, будет заход, но здесь длины философер уже напрягает и на нижнюю дроп будет сейчас. А Диоп такой стоит, отвисает, зависает, ну что же. За нижний Ратлос на девятке у нас находится Диоп. Ну и слышит Диоп, что это будет, в принципе, бета. Ратлос летает на нижний, ну и Диоп дропается. Сами себя запутали, если хвалите. Не понимают, да никуда идти, то ли альфу, то ли бету. Бомба была установлена. Так, первая перестрелка с Диопом, но никто в кого, ни в кого вообще не попал. Ну, надо Диопу просто идти уже выбивать, стараться что-либо сделать. 1-3, это такое. Ну, с этим особо нельзя, шапку сносит еще он перчик, но это 2-2. Да, у Диопа с этим не одна проблема, 3 палки пинга у него, это, конечно же, жестко. Видимо, что Меридиан у нас опять стоит на респе, я не понимаю, что с ним. А, это хаешка, под тройку будет. Хаешка даже, по-моему, не понадобилась. Философер сделал моментальные 2 минуса под бетой. Точнее, под доминой. Ну и здесь, может, еще третьего заберет, если Джеронимо поставится под него. Ну нет, вроде как Джеронимо решает все-таки отойти. Ну и бета проходится бета. А здесь Джеронимо на приеме, есть первый минус от него. Ну и все-таки ребята, если не пальцы не рискуют, на бета пробуется. Ну и один... А, нет, не один. Джеронимо остается вместе с Ратлисом. Ратлис сделал хороший минус. Философер Джеронимо с питона еще забирает Майла. Ну и РКК все-таки убивает Ратлиса. И... Бомба была установлена. Это 2 в 1 отыгровка. Ну да, здесь без проблем. Коллектив Quality забирает все-таки этот раунд. И счет становится 3-2. 3-2 за атаку ведут ребята. Дела у них обстоят довольно-таки неплохо. Поэтому ребята могут себе позволить какой-либо неординарный раунд, так скажем. Посмотрим, опять один на респе. С хаешкой будет стоять в руке. Другой просто один по длине. Это философер. Философер там в прошлом раунде навел шороху настолько, что по итогу 3 раунда они и забрали. Ввиду этих двух минусов, которые сделал философер. Ну что же, по бину опять заливается этот парень. Ну и здесь больше закрытая будет игра. Ой, на нижний подорвали Рэнгу у нас. Рокинг забивает РКК.
Колумбия. Выходит Мидл, но здесь Роггинг вместе с Фергюсоном на приеме. 2 в 4 ситуация. Меридиан вместе со Смайлом попробует забрать этот раунд. Но здесь Смайлер будет встреча, и Радлер все-таки его подождал и убил. В итоге Меридиан в итоге сделал еще один минус, но на этом его славная история плача закончилась. Ну что же, 3-3, довольно нос в нос идут ребята у нас. Ноздря в ноздрю. Ну и Рокинг уже прооркадил, и как я проглядел этот момент. Да, ну и ребята все-таки дальше принимают решение не аркадить. А здесь Философер уже, кстати, наготове. Ой-ой-ой, вот и Ренго полетел. На нижний есть выход от перчика, но, к сожалению, для него неудачный выход. Есть также постройку заход. Ну и Философер вместе с Меридианом попробует убить девятку. Сейчас тут Рокинг встречается. Как его не забрал Философер, Меридиан тоже делает минус. Ну и РКК остается один. Раптис также его добивает. Ну что же, 4-3 за Five Aimers. Начало миссии. Так, снова закрыто от команды Five Aimers у нас, значит, на небольшие плоды пока что. И, возможно, сейчас с вами Five Aimers уберут этот раунд, и будет первая половина за них довольно неплохо. Здесь тройку заходит довольно уверенно, ребята, Мурат стреляет до последнего. Ну, перчик, какую бангу вешает пачку по перчику, и один Джеронимо здесь тоже. Точнее, один Смайл остается, но и Джеронимо его, в принципе, забрал. Счет становится 5-3. Начало миссии. Последний раунд первой половины у нас сейчас. Ну и посмотрим, как ребята соберутся на этот раунд. Команда Квалис есть небольшие проблемы пока что в атаке. Тут раунд тоже неплохо, в принципе, но зависит от того, как сейчас играет Дипов. Ну здесь Мойл хороший пачку вешает по Рэнгу, также забирает еще и Диопа. Ну и здесь Ратлес почти все головы собрал. Мог бы собрать, если бы попал. Один минус его копилки, но вроде бы также отлетает, и это 5-4. 5-4 за коллективом Five Aimers. Ну что же, 4 раунда задел довольно неплохой, поэтому команда Quality может остаться с собой довольными. Тем более, если они сейчас потащат еще смену сторон. Опять. Звук пропал у одного из игроков Quality, ну что ж, надеемся, это не критично. Пофиксит сейчас эту проблему, и мы, в принципе, продолжим. Итак, как раз таки философия, точно, я вот все забываю. Кто пятую Quality дать? Философер. Ждем этого парня и продолжаем. Я готов.
Ну все, философер зашел, ну и мы с полной отдачей должны сейчас наверстать то, что мы пропустили. Время мы очень много потеряли на всяких этих перезаходах, заходах и так далее. Действительно, очень долго мы играем одну игру, учитывая то, что мы начали ее в 25 минут. Ну все, ждем рокинга и начинаем. Рокинг, кстати, да, подтверждает готовность. Ну что же, 5-4 за командой FIFA Imers пока что. Но действительно, есть одно но для них. Они начинают в атаке, точнее, продолжают в атаке. Поэтому тяжело им придется против команды Quality. Команда довольно крепкая, пусть и миксовая пока что еще. Но, тем не менее, опыт у этих ребят уже довольно-таки есть. И неплохой. Ну и посмотрим, как далее будут обстоять у них дела. Тоже 2-2-1-2 пока играет. Ну, Диоп, видимо, тоже на раскидке пока будет. А, нет, Диоп все-таки пойдет под зелень. Опять же, он подзавис там. Ну и Раплес тут уже по смайлу ставит на длине довольно-таки неплохо. Сулату 93. Ну и что же, будет длина проходиться или нет. Надеюсь, что Диоп будет обращать позицию. На него пока стабилизирует также. Ну и длина здесь пока что. Ой-ой-ой, Рокки вместе с Рэнгу делать плохие минуса. Прошу прощения. Так, ну Меридиан здесь все-таки один успел сделать. РКК здесь очень важная будет фигуровка от него. Да, понимаете, что на них уже вышли. Но он один остается. Минус один уже есть от него. Рангу убежит, что для него можно два оформить. Но нет, РКК всего лишь один минус оделался. И это 6-4. FIFA Imers довольно-таки неплохо начинают свое шествие за сторону атаки. Уверенно минус на длине. Также потом нижнюю неплохо прооркадили. Но перчик тут, кстати, в аркаду решил сыграть. Ой, перчик все-таки изобревает на нас Иронима. Философер также ему в этом помогает. Ну и здесь 5-2 остаются у нас ребята. 5-1, один Раплес на длине, который сделал в предыдущем раунде минус. Здесь остался он как-то в сторонке от своей команды. Но этого мало для того, чтобы забрать 7-й раунд, но поэтому Quality уходит именно 5-й. Ну что же, попытаются еще раз, наверное. Сейчас эта команда нас удивит своей атакой, но не знаю, насколько у них это получится, поэтому смотрим. Неплохо действует пока что в этой атаке. В этом раунде у нас 5 Imers, 2-2 у них ситуация. В принципе, игровая довольно. Ну и вот Джеронима делает важный минус по Меридиану. И это будет заходиться, наверное, бета. Джеронима уже пробегает на эту точку. Ну и да, Диоп идет ему хелповать. Бомба была установлена. Это не помешало забрать команде FIFA Imers этот раунд. Ну что же, 7-5. И парни из ниоткуда начинают пока что шлепать у нас Старлигу.
Ну тут Ратлис опять наводит шорох, у нас он уже нет, Майл отпадает. Ну что же, коллектив, который я вижу впервые, пока что, не знаю, как-то довольно-таки нормально отыгрывают, превосходят своих оппонентов. Ну, как только СЛ превосходит, Перчик делает размен, и ситуация 4 в 4. Длина отпала, поэтому тройка, наверное, будет заходить сейчас в Меридиан. На тройке у нас будет Рокинга, который попытался пробежать, но, увы, и ах, ничего не получилось. Ну, там Джеронима стоит, ждет. Ой, Шапок все спасает, но Перчик тут как тут на подхвате. РКК также приходит помогать своим тиммейтам, а здесь раз, пачка. Ну и по Перчику, если попал, вообще без ласка было. Вот это просто ЖП. Будут, наверное, зажимать уже рангу сейчас. Ну, шестой раунд близок к тому, чтобы попасть в копилку команды Quality, но рангу здесь еще может подраздать. 26-29 хп у Меридиана, 2 у Перчика, и вот Пуловый отлетает, и остается 1-2 у нас рангу, и 31 хп на двоих у Перчика и Меридиана. Ай-яй-яй, спиной повернулся. Ну да, ждал он, спрыгав в спину себе рангу, но не увидел, что в пиксель сидел там Меридиан. Начало миссии. Ну да ладно, это ничего страшного. Ну что же, 7-6 пока. Все довольно-таки сурово, ребята показывают, как они готовы друг к другу, потому что 7-6 еще довольно-таки учитывая то, что Quality это, грубо говоря, легендарный дивизион, а ребята, даже если это не знаю. Ну и философер, кстати, забирает извинения Ратлиса у нас. Джеронима также забирает Смайла у нас под нижней тумбой. Ну будет заход, наверное, на тройку или на нижний выход. На нижний есть выход, и здесь Перчик на крыле, будет выход, минус один есть от него, но на этом все кончилось для него. Девятки РКК у нас пристреливается с нижней тумбой, ну и 3-2. Опять казалось, что преимущество было уже в Quality, но здесь быстро реабилитировались. Ребятки! И остается один философер. Да ладно, неужели это будет 8-6? Да, дамы и господа, это 8-6, совершенно верно. И FIFAimers нас просто удивляют своей игрой сейчас. Начало миссии. Минус, но философер тут быстренько также уравнивает сейчас до 4 в 4. Будет дальше аркает длину, скорее всего, но здесь его ждут, здесь его ждет ранга. Ну и ранга тут нервы не выдерживает, выходит и ловит его философер просто на релоде. И можно идти дальше, уже 4 в 3 преимущество за Quality. Ну что же, будет ли тройка или дроп на нижнюю? Откидывается хаешка за низ, а это флешка, прошу прощения. Есть минус от Перчика, может дабл килл, а потом этот парень, но нет, Джеронима его разменивает. Ой-ой-ой, Диопы еще так же убивает РКК, зачем они пошли дальше их давить, зачем? Ну и по длину вроде хотят пойти, ребятки, время у них есть, нет. Не идут по длину, просто чекают спину. Ладно, ребята, важно подошли к этой игре. Ну и 2 в 2, философер с Перидианом, сейчас именно на их плечах, так скажем, висит тяжесть груза этой карты, потому что если они сейчас проиграют этот раунд, то это будет уже девятка для FIFAimers. И там дальше кто знает, что будет. Джеронима чекает у нас и третьего лица нижнюю. Никого он пока не видит. Но Меридиан в пленту. Ну и здесь, да, Меридиан, скорее всего, убьет первого пробегающего в плену, а там дальше дело размена. Ну, смотрим. Джеронима сейчас уже будет проходить. Даже не знаю, как это. Опа! Как он прочекал? Только пришел. И первый путь. Ну и Диоп. Диоп все-таки забирает травму.
честно говоря, как-то очень странно сейчас. Прочекнул только. Прям вот выбегает из Free Fire. Ну, типа, ну... Много вопросов. Много вопросов возникает по этой ситуации. Принимает длину. У нас квалити. На злость просто выбирает Ренга у нас. Ну и дальше. Там еще Меридиан на тройке у нас находится. Ну и Меридианы здесь выбирают. Да, 4 в 4 ситуация. Майл забирает также еще раз это у нас, ну и 3 в 4. Ой, злые квалити. Квалити прям видно вот по их стилю, как сейчас этот раунд они отыгрывают, что действительно парни злые за тот момент. Но, честно говоря, я не знаю, как это прочитать. Может, это чувство игры какое-то или что-то еще. Джеронима делает минус. Рокинг будет сейчас перестреливать философера, но этот дуал должен был забревать. Но нет, кстати, вообще не ног, не отняли философера. Какая пачка от Диопа. Такой тут также на тройку забирает еще философера. Да ладно. Что происходит? Перчик остается один. Идет по тройку спину. Очень ностальгирующий момент. И один хп у Диопа. Бомба была установлена. Ну здесь да, вряд ли Диопа потащит раунд. Здесь Перчик просто его казнил. Ну что же, это 9-7. 9-7. Бомба деактивирована. Миссия провалена. Остается лишь один раунд забрать. Начало миссии. Так, есть прокид на троечку у нас. А здесь что, все длина? Ну да, это больше по длину акцент у команды Файфаимерас. Необычная, необычная тактика. А вот и Смайл, Смайл снова встречает, поменял на своих игроков, но забрал только одного, Рокинг делает размен с философеров. Ну и дальше Перчик идет аркадить, видит двух убегающих на Т-спаун, и здесь наверняка должны будут аркадить сейчас тройку ребята, или же нет. Очень агрессивный стиль сейчас продемонстрирует нас квалити, пытаются просто... везде найти своих соперников, ну потому что понимают, что если они будут халдиться, то добром для них это не кончится. Ну поехала, вроде как тройка будет сейчас заходиться. Меридиан там на приеме и довольно агрессивная позиция у него на тумбе. И есть заход, но Диопова здесь казнит. Как-то долго Меридиан реагировал, не знаю почему так. Ну и 4 в 3 будет проходить, скорее всего, бета. Смайл здесь соло на приеме будет. Но РКК забревает все-таки Рокинга у нас. Ну и отходят опять ребята. Перехалдили. РКК забирает уже второго, это минус Диоп. Ну и что же? РКК еще на коврах видит Джеронима у нас. РКК все-таки погибает, не знаю, зачем. Вот зачем он жал? Зачем жад? Я этого не понимаю. На девятке у нас находится Перчик. Ой-ой-ой-ой-ой, как по тайминг выше два. И зачем? Что ты делаешь? Ну и на тройку ушел все-таки товарищ у нас, ну и... Смайл вообще с респы идет, бомбы. А, бомба-то время, алло. Ну и время. И тут сейчас, короче, вообще будет эпик. Это эпик, на респе находится последний игрок, и его будут жать. Его будут жать, и Ренга просто бежит, сломя голову за ним. С двух сторон идут зажимать сейчас парни. Ну и Смайл. Смайл убивает одного, просто бежит куда подальше. Бежит куда подальше, просто сломя голову, такой ти-ди-ди-ди-ди-ди-ди. Форест Гамп. Ну и Смайл все-таки выиграет этот раунд.
Ну что же, 9-8 за квалити, довольно необычная отыгровка сейчас была. Ну действительно, очень долго халдят ребята. Посмотрим. Куда полетит хаешка? Полетела она у нас на... Ой-ой-ой. На луну она полетела, но здесь нижнюю тумбу уже вышли. Алло, ребята, просыпайтесь, типа, у вас уже альфа прорывается. Уже устанавливается плед, ну и здесь неужели все-таки десятку заберут? Или же нет? Эридиан, я уже не важный размер, но здесь стоит Дракулос вместе с перчиком, ну и Джероним помогает своим тиммейтам, остается один лишь Смайл. И походу это 10-8. Ну нет, Смайл ставит первую отличную пальцу, дальше там у Рокинга еще 9 хп и Джеронима 52. И здесь его забирает все-таки Джеронима, и это 10-8. 10-8 квалити выигрывают. Точнее, проигрывают. Ну и да. Старт лига, так скажем, отлетела. Ну что ж, дамы и господа, мы пока что уходим на небольшую паузу. Ставлю вам